Так, заходим. Проходите. Все. Так, я помню, вон туда, да. Да, вот здесь вот санузел мы сделали, так. Так, вот здесь, я так понял, подкапывает, да? Вот в этом месте. Ух, держи котел-то, Саш. Давай, включай. Как 6 колец? Ну, вот с этим. Нет, мы нам с этим не надо. То есть 5 колец внутри. Да. Ну, и у вас воды-то полно. Это сейчас. Розы сейчас, смотри, уже осень почти, да? А розы все цветут. Друзья, всем привет. 50 лет октября. Едем, друзья, на гарантийный заказ. То есть по гарантии делали отопление, санузел под ключ. И что получилось? Заказчица позвонила, это было в прошлом году мы делали. Значит, у заказчицы потек котел. Прислала мне фотографию, но там не сам котел, а подсоединение к котлу, подкапывает, там залит антифриз. Так что вот сейчас едем, посмотрим, все обследуем, что там у нее на самом деле. И, конечно, исправим. Если, конечно, это наша вина, друзья, а не завода-изготовителя котла. Так, ну что, все взяли вроде, да? Насос. Самое главное, насос, друзья, сейчас будем подкачивать мы. Сейчас давление сбросим. Перемотаем. И подбавим давление. Это что, набирать пихта? Это туя. А, туя? Да. Да, вообще крутяк. Надо такую тоже посадить. Давай, я не знаю, куда надо. Пошли. Проходите. Да, как у вас красиво тут. Ё-моё, тут можно поснимать? Ох, вообще крутяк. Так, заходим. Проходите. Все. Так, я помню, вон туда, да. Да, вот здесь вот санузел мы сделали, так. Так, санузел, душевая. Туалетик, а вот и отопление. Да, вот видите. Вот котелок. Вот так... Леш, вот такой котелок надо он тебе. Он даже и сейчас вот. Вот это 4 киловатта, в общем, вот такой надо на воскресенье, на понедельник, маленький. Угу. Значит, у нас система такая, вот здесь, я так понял, подкапывает, да? Вот в этом месте. Так, значит, что тут по котлу? Обвязка самая такая. Значит, у нас экспанзомат на обратке, насос, два крана. Здесь у нас идет... группа безопасности, манометр, термометр. Ну, в принципе, все. Все, что нужно в этом отоплении. Так, ну что, надо это, погоди. Сейчас, погоди. Я просто готовлю. Что, погоди. И давление надо это, спустите, скинуть, да. Ведро какое-нибудь помойное, ну, пошел, дайте. Пошел. Любое, ведерко какое-нибудь, ненужное. На. Да. Ненужное, сейчас антифриз здесь будет. Сейчас тут будет антифриз. Вы не пользуетесь, не пищевое ведро? Нет, не пищевое. Все, давай. Давай, быстрее. Короче, давай, открывай, сейчас сбросим давление. Все. Ну и все, по нулям. Теперь закрывай котел. Так, давай сейчас тряпку, все равно, тряпку. Да, тряпку. Обмотай, сейчас сразу польется антифриз. Так, поехали, да. Сейчас снимаем американку, скидываем. Замотай тряпку прям вокруг. Польет все равно. Вот с этой трубы, что вот есть, все здесь выльется. Все, ничего не будет. Держи, иди, слон. Слон. Держи. Кверху так. Ну все, да. Так. Ух, ты держи котел-то, Саш, сейчас его котел сорвешь. Да ну, бля, во, все пошло. Ага. Окей. Да. Санузел, друзья, вот такой маленький, тут сколько вот, так, кабина 90. Ну, 2, наверное, 20, 2.30, 2.40. На 2. Все поместилось. Унитаз, раковина, кабина, водонагреватель, ножик, котелок, гидроаккумулятор, там насос колодца стоит. Размотаешь. Веревку он мотал, веревку. Я говорю, выброси ее нахуй.
Веревка спалится, это чугунный радиатор, мотать только, блин. Так, иди, заматываем, да. И давай ниже уходи, ниже. Вот так вот, друзья, заматывают лен. Заматываем. Так, отлично. И пасточкой. Раз. Паста вообще-то, ну, лучше использовать. Как она называется, вот эта? Понятно. Есть паста белая, она не черная. Руки не мажутся, это. А, мультипак. Есть унипак, да? Она черная, графит. А это мультипак, она белая, вообще не мажется ничего. Так, вот так все замотали. И сейчас делаем бью. Угу. Тут не целое кино сейчас. Так, выезд по гарантии. Напоминаю, друзья, мы находимся в Орехово-Зуевский район. Выезд по гарантии, потек котел. То есть не котел потек, котел он вечный. Как заверяет нас Зота, а потекло соединение. Так как у нас тут монтажник один работал, он предпочитал лен очень грубый. Вот я думаю из-за этого. Так, и теперь мы тянем. Оп. Оп. Опаньки. Хорош. Не, ничего. Да так куда? Тяни. Ну смотри, сейчас сорвем. Тяни, я держу уже. Ну куда его там тяни. Нормально будет вещь? Тяни. Леш, не надо переусердствовать. Ну что, чугунину тянешь? Так, все, да. Ну что, друзья, сейчас резинка наполняем есть? Систему обратно до полторушечки. Резинка есть? Резинка там стоит, да. Давай. Все, окей. Так. Так, надо у нее спросить это. Может, оставалось этих резинок? Да. Да, спросим. Да, и вот так наклоняй, чтобы он хлебнул носом. Наклони, давай. Поехали. Нам надо всего чуть-чуть. Давай, включай. Давай. Полтора делай, полтора. Хорош, все, он поднимется потом. Все, отлично. Все. Закрывай кран. Подожди, я и протянул, не посмотрел. Так, ну, в принципе, вот и все. Гарантийный выезд осуществился. Устранили утечку. Поддавили давление, подбавили. Ну, в принципе, все, можно включать и пользоваться без проблем. Так, все, да, тут. Так, ну все, собираем инструменты. Вадим, да. Я дошла сколько? Нисколько не нужно. Вадим, а можно проконсультироваться? Да. Вот в колодце отпущено только на насос 2,5, там. На 2,5. А если ниже, вот сегодня, в этом году было очень жарко, вода вся ушла. А у вас колодец глубина какой? 6 колец. А на сколько опущено? А опущено, по-моему, на 2,5. Как 6 колец? Ну вот с этим. Нет, да? Нам с этим не надо. То есть 5 колец внутри? Да. Ну, и у вас воды-то полно? Ну это сейчас. Я просто вообще, если надо будет наращивать. Мы как обычно опускаем, смотрите. Насос опускаем, только он в дно уперся, приподнимаем на 40 сантиметров. А, и вот все. Так да? Что он висит почти на дне, да? Да. А у меня что-то опускало, а у меня там еще. Сколько-то еще? А вообще насос он большой. Вот такой вот. А, вот а такой. Мой вот столько появилось, и я думаю, ой, не, наверное. Он может работать даже почти вот весь, он оголился. Да. Только самое главное, чтобы забор был воды. Он снизу берет воду. Угу. И сам себя охлаждает при работе. Если он оголится, ничего страшного. Да, ой, все. Да, так что без проблем.
А ты думаешь, наращивать? Да. Розы сейчас, смотри, уже осень почти, да? А розы все цветут. Яблоками угощаешь? Я, да нет, спасибо. Так как я отсюда... Спасибо большое. А здесь пройти можно? А, пройти, да? Ну ага, все. Там ключи кто-то оставил. Сейчас. Взяли? Сейчас я возьму. Это Леха сейчас. Без ключей не уедет он, машин не заведет. Так, ну все, в общем, друзья. Ну все, можно пользоваться, да? Да, можно пользоваться, включаем и пользуемся. Да. Ну что, друзья, на этом заканчиваем свой репортаж. Вы посмотрели, как выезжаем мы на гарантийный выезд. Гарантийный выезд у нас гарантия, друзья, 12 месяцев. После этого выезд будет платный. Это тоже надо учитывать. Но ничего страшного. Всем пока. Не болеем.